сегодня 14 июня, я нахожусь на пересечении 2-го Кадашевского переулка с Большой Ордынкой. Ну, вот он такой небольшой переулочек. Здесь, ну, ничего такого веселого я про него не прочитал. Но это один из переулков, который находится в Кадашах. Кадаши, значит, это местность, которая при Иване III была, ну, как бы, подарена одному из его, значит, слуг, грубо говоря, дворян, впоследствии дворянами ставшие. Вот здесь маленькие такие вот домики со дворами, тихо достаточно, но это сейчас, по крайней мере, вон, в воскресенье, что здесь творится на будни, не знаю. Вот, ну, вот такие вот дома купеческого типа, значит, вот. Здесь, ну, здесь фирмочки всякие, раз фирмочки. Вот, а так это, ну, как бы, Кадашевская слобода, она идет от Кадашевской набережной, вот там Лаврушеский переулок, все в него входит, в эту Кадашевскую слободу. Здесь, как бы, ну, изготавливали деревянный утварь, а Кадаш — это бочка, по-моему. Вот они, как бы, здесь делали бочки. Вот, и, как бы, из этого, ну, как бы, Кадаши вот эти вот была, как бы, основана. Ну, не основано, пошли, как бы, появились названия этих переулков. Вот здесь вот идет тоже забор, но это здание уже нового типа, построено под старину, наверное. Хотя, может, я ошибаюсь, но, в принципе, так красиво, достойно. Там вот это Мариинская обитель. Вот они, как бы, эти здания. Здесь такой маленький такой дворик. Очень прикольно. Вот здесь, значит, храмовый комплекс, церковь. С колокольней, часовней. Вот ее территория. Вот она в конце вот этого второго переулка. Вот, как бы, территория заканчивается, Кадашевский переулок, второй тоже заканчивается. Вот здесь идет уже выезд на Кадашевскую набережную. Напротив вон кремлевских стен, по-моему, да. А вот я не знаю, что это, Дом Советов, что ли? Бог знает, не знаю. Вот, то есть вот здесь выезд на Кадашевскую набережную, а это у нас первый, по-моему, первый Кадашевский переулок. Сейчас. Вот. Да, первый Кадашевский переулок. Ну, то есть он сам, ну, как бы, в этих же Кадашах находится. Вот, напротив, значит, вот находится вот палата Кадашевской слободы. То есть, как она вот развивалась, а потом уже стали, как бы, строить каменные дома, соответственно, бондари, которые бочки делали. Вот, а здесь вот, ну, вот храм, около которого я шел. Дворик, который я уже снимал, он вот насквозь идет до второго Кадашевского. Ну, вот тут новодел забавный. Ну, правда, не нравятся мне вот такие трубы. Они больше напоминают Китай. Вот здесь торгово-промышленная палата, деловой центр. А здесь вот китайский визовый центр, оказывается, у них тут есть. И прикольно. Вот, ну, здесь, может быть, кстати, даже проход к этим Лаврушинским, этим, ну, Триковским зданиям. Здесь вот здание, это вот, значит, там городские усадьбы, городская усадьба. Там отсюда я не вижу какого века. Ой, да. Вот, а здесь вот такие вот все выше и выше и выше. Такие фавелы для богатых. Вот, ну, здесь вот третий Кадашевский переулок. Вот, и вот, ну, как бы, вся эта местность Кадаши. Вот она такая. Это вот здание уже, наверное, около этой Мариинской обители. А, нет, там Скорбящих Радостей, вот это вот здание. Вот туда она идет вперед. Вот. Но я уж туда не пойду, в принципе, здесь ничего такого, потому что вот он там заканчивается. Вот, ну, все вроде.